Практически сейчас все главы сказали, что дома затоплены, объекты соцсферы затоплены, но появились первичные дефекты после запуска системы отопления к работе в зимний период. Связано это с чем? Во-первых, вот то недофинансирование, которое было на протяжении последних лет, не позволяло готовить сети в должном объеме. Но в среднем эта цифра из года в год 1,8 млрд. В этом году для этих целей потрачено примерно 1,1 млрд.